Сегодня учрежденная Организация Объединенных Наций Международный день инвалидов, который отмечается уже долгие годы, и мы, как правило, в этот день обычно всегда собираем наших людей, чтобы как-то отметить этот день. Я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы нашли время и пришли к нам. Я надеюсь, что мы эти встречи продолжим и в будущем. Желаю вам всего самого лучшего. Во-первых, крепкого здоровья, счастья, удачи, всего того, что вы желаете себе сами. Хочу в первых словах поблагодарить всем вам известного господина Ари Кагана. Ари, большое спасибо. Без вас это мероприятие бы не состоялось. Добрый день, уважаемые телезрители. Сегодня воскресенье, в эфире передача «Что новенького?». И мы в гостях в американском братстве русскоязычных инвалидов. Эта организация существует уже 16 лет, и, конечно, не уделять ей внимания и должного уважения просто невозможно. Со мной Ари Каган, который и пригласил наше телевидение сюда. Ари, скажи, пожалуйста, вот 16 лет оно организовано, а кто был инициатор? Ну, была группа русскоязычных инвалидов. Я присутствовал при этом событии. Это было в Рейском центре «Шорфронт». Они посчитали, что нужно объединить всех русскоязычных инвалидов, по крайней мере, города Нью-Йорка, потому что очень общие нужды, проблемы, заботы. И решили назвать не ассоциацией, потому что братья и сестры и всегда сотрудничают вместе, и общие радости, общие горе, общие проблемы. И решили создать вот под названием «Абрут» – «American Brotherhood for Russian Disabled». И организация себя полностью оправдала. Это много программ существует в организации, уже не первый президент в этой организации. Я поздравляю вас с 16-летием, это такой юный возраст. Спасибо. Но я хочу сказать вам, что я наблюдаю за вами уже несколько лет, вы просто изумительный человек, вы активный человек. Вы организуете вокруг себя людей, которые в какой-то степени инвалиды, войны, детства, инвалиды вообще по каким-то таким грустным обстоятельствам. Скажите, пожалуйста, кто вам помогает? У нас большое правление, которое совместно со мной работает. Как вы понимаете, один я бы ничего не сделал. Это очень активные люди, которые абсолютно безвозмездно, несмотря на свою занятость, приходят и помогают нам. Значит, первый, кого я хотел бы представить, это господин Леонид Тильман. Это человек, который нас принял, когда мы были без места, без ничего. Практически на подворке у нас проходили собрания. А сейчас где? Сейчас Леонид предоставил нам помещение. У нас есть место, где мы можем собираться, где люди могут прийти, рассказать о своих проблемах, о своих бедах, о своих каких-то делах. И мы пытаемся в меру сил помочь им решить эти проблемы все. Я желаю вам, чтобы проблем как
больше, ну, меньше было, а веселых дней было больше. И чтобы всегда так улыбались и добродушно ко всем относились. Наверное, в этом братстве существует действительно братство между людьми, между теми, кто помогает. Да, конечно. Мы здесь объединили людей независимо от причины инвалидности. То есть к нам в братство входят люди и с ментал-проблемами, и опорники, и с внутренними заболеваниями. И как бы работая с этими людьми, и сами люди становятся добрее, когда они видят друг у друга такое отношение, такую как бы помощь. Каждый старается помочь друг другу, с этого начинается. И уже глядя на все это, люди стараются другие нам помогать. Да, открываются души, открываются сердца. Людям не так становится одиноко, не так горько, что мы вот ты заброшен и забыт, ты не заброшен и не забыт. И все это благодаря, конечно, руководству и вашему доброму. Вы сами добрый человек, вокруг вас не может быть недоброты. Ну, по крайней мере, я очень стараюсь быть таким. Проблема наших людей, что, к сожалению, 98% они не знают в достаточной мере английского языка. Они не знают, какие законы, какие программы. Да даже билл прочитать правильно нужно. Верно. Поэтому первое, вот что мы сделали, мы выпускаем нашу газету. Это газета «Вести Обрут». Газета выходит практически со дня организации. А где она? Где можно приобрести? Эта газета не приобретается, мы ее нигде не продаем, не это. Эта газета рассылается на дом членам нашей организации. Она для них бесплатна абсолютно. И мы рассылаем, вот люди, которые становятся членами нашей организации, они платят годовой взнос $12. И, в принципе, благодаря нашим спонсорам мы дополняем эти деньги и выпускаем эту газету. Ну, дай бог вам больше спонсоров, а самое главное, больше добрых людей. Лень, ты являешься тем спонсором, я так думаю, главным, который предоставил помещение для этой, вот, для этого братства инвалидов. Трудно сказать спонсором, потому что спонсоры, весь борт инвалидов, который, все члены правления инвалидов, они есть спонсоры этой организации. Я просто выбранный представитель правления. А что касается задачи нашей организации, это опять-таки социальная помощь и социальная адаптация и помощь тем людям, которые в этом нуждаются. Слово «инвалид» – это мы все в какой-то период времени становимся инвалидами. Так что мы создаем себе организацию для всех нас. Для самих же себя. Для самих себя, которые рано или поздно мы все идем с возрастом. Ну, знаешь, как говорится, что внесешь в жизнь, то тебе жизнь не отдает. Абсолютно правильно. Я хочу вам представить людей, которые бесконечно добры, бесконечно щедры. И бесконечно у них открыта душа. Я даже иногда удивляюсь, насколько хватает вот у этой пары души. Ну, Аллочка, давай начнем с тебя. Скажи мне, пожалуйста, ты спонсор этой организации, ты бываешь здесь? Так случилось волею судьбы, что я стала членом правления этой организации и стараюсь помогать всеми способами, которые только возможно, финансовыми, организационными. Наверное, муж помогает жене. Все-таки в одни хрупкие руки вот этой изящной женщины нельзя вложить всю деятельность. Безусловно. Мы помогаем друг другу. Прежде всего, муж не только помогает жене, а помогает и организации, где мы сейчас находимся, и помогает всем тем начинаниям, которые мы вместе с ней делаем. Еще раз хочу всех поздравить с праздником, пожелать, самое главное, здоровья. Всего-всего самого лучшего. Скажи мне, пожалуйста, ты в правлении этого оборудования? Да, я. А как город помогает? Город, какие-то организации, как помогают вот этому братству? Город дает фонды на помощь инвалидам, но больше, я думаю, дают все-таки частные жертвователи, такие как Леня Тильман. Многие из нас, которые помогают, просто это действительно добрая организация, она несет добро.
когда ты приходишь на этот праздник, ты уходишь в какое-то совершенно другое чувство. Просто хочется делать добро. Это прекрасная организация. Я очень много лет уже в Board of Directors состою и считаю, что это очень нужная, нужная организация, которая приносит какое-то людям добро. Не только добро, но и приносит людям надежду на то, что все в жизни едино, понимаешь? Все, каждый человек объединен добром, и каждый человек объединен взаимопониманием. Знаешь, в этой организации надо учиться, как люди, несмотря на свои физические какие-то увечья, как они любят жизнь, и как они красиво живут, просто красиво живут. И поэтому... Нам поучиться надо. Нам поучиться надо. Это... Спасибо большое, с Новым годом. Всех-всех желаний, которые существуют, пусть они присутствуют здесь. Спасибо. Лариса Чечельницкая, я программный директор организации «Оброт». Я бы хотела поблагодарить Валентину Печорину. Спасибо огромное за оказанное такое нам внимание, что вы следите за нашей организацией и при первой же возможности всегда с вами. Всегда с нами. Это на самом деле мы очень признательны. Я просто хочу сказать, что чудо то, что мы собираемся каждый год. Мы имеем возможность, несмотря ни на какие сложности, трудности, Сэнди, прошли какие-то ураганы, какие-то неприятности, люди болеют, заболевают, но мы все равно на плаву. Мы помогаем людям, и организация существует, и более того, мы встречались с нашим новым commissioner for disability. Мы хотим эту организацию перевести на другой уровень, привлечь более молодых людей, которые, к сожалению, оказались изолированы от общества, и мы хотим их организовать, такую же организацию для более молодых. А что значит изолированы, Лариса? Потому что они иногда стесняются своих физических недостатков. Потому что они еще молодые, не мудрые. Да, и не мудрые. А прекрасные, с бриллиантовыми мозгами дети. И мы хотим их организовать, молодую организацию «Оброт», организовать поездки, соревнования. И наша governor и mayor обещали нам, и я уверена, помочь в организации этой организации. Я желаю вам удачи. Спасибо огромное. С Новым годом. Спасибо. Мне всегда приятно видеть эту женщину, это Анна Латковская. Мало того, что она лоер, она очень принципиальная и очень такой дотошный человек. Из ее рук и мимо нее не пройдет ни одно неправильно совершенное дело, неправильная позиция каких-то других сторон. Я думаю, что Анна всегда права. Ой, я не знаю, ли я всегда права, но я стараюсь бороться за правое дело. Знаете, моя бабушка говорила, это я помню с детства, если бы молодость знала, а старость могла. И я это так хорошо понимаю, как тяжело пожилым людям, потому что я работаю в этой области уже, вот я говорю, в следующем году будет 20 лет. Страшная цифра, как вроде. То есть я все время имею дело с пожилыми людьми, знаю, как трудно им. И, ну, стараюсь добиваться результатов. Я не знаю, я не хочется делать плохо. Я не могу
не оставляю, как бы... просто в крови не заложено сделать. Плохо даже, если бы ты не старалась. Я не знаю, я педант, по-моему. Это самая большая проблема наших людей, потому они не знают своих прав. Я ради этого стала писать статьи на русском языке по поводу законодательства. И теперь всем, кто приходит в мой офис, даю целую подшивку на русском языке в журнале «Адвокат» и в других газетах, потому что наши люди не знают своих прав. Вот это самое обидное. Американские граждане свои права знают, как они здесь родились, на них выросли. А наши люди рабеют. Это просто иногда разрывает сердце. Вот. Аннушка, по каким делам вы специализируетесь? Я занимаюсь завещаниями, наследственными правами, Medicaid по уходу, home care для пожилых людей, пенсионное планирование, трасты, переводы, там, дома в трасты, такого плана, наследственное право. Спасибо вам большое, и я хочу, чтобы у вас были только очень грамотные клиенты. Вам придется легче. Клиенты, они все грамотные, они просто иногда не знают. Они просто не знают. Спасибо большое, спасибо. Я хочу представить вот эту женщину, это Лора Канович, она программ-директор организации Абрут, этого братства. Лор, как живется вам вот в этой организации? Я знаю, что у вас много проблем, но у вас и много доброты и внимания. Вы знаете, мы как можем помогаем, и каждый раз мы организовываем новые организационные какие-то оформления. Например, сейчас мы открываем пентри, free food, for тех, кто нуждается в этом. И у нас уже очень много applicants, мы будем выдавать это ежемесячно. Вот так вот мы каждый раз отмечаем те нужды, которые... наши members нам говорят. Ну, это одна. Мы организовываем поездки, мы организовываем vacations, мы организовываем для них any problem, который они имеют, или social security, или SSI. Мы подключаем юристов, мы подключаем public advocates, всех, кто могут этим людям помочь. Вот в этом наша сила. Я Бен Экселерот, и я член совета правления Абрут. Это организация волонтеров, помогать людям, которые физически или умственно нуждаются в помощи. Это тоже интересно, на мой взгляд, тот факт, что большинство людей, которые входят в правление, это люди, которые в той или иной мере занимаются, связаны с медициной, помощью людям по работе. Ну, можно работать, а можно заниматься этим на волонтерских началах. Те люди, которые в совете директоров, это люди, которые действительно не берут это как свою работу, а берут это как зов сердца, помощь людям. Помощь людям, которые понимаешь, нуждаются. Вот у вас же организации люди разных национальностей. Естественно. Да, но все равно они подвержены... единому вниманию, единой заботе. Конечно. Я думаю, что даже название того, что это русскоязычных в этом есть, это тоже не совсем правильно. Все русскоязычные для Америки. Да, но в этой организации есть люди, которые и не говорят по-русски. Американцы? Да. И люди, иммигранты из других стран. То есть это большинство людей, членов этой организации, естественно, русскоязычные. Но есть люди, которые не говорят по-русски. Спасибо тебе большое, тебе лично большое спасибо. Я знаю, что ты активно очень участвуешь, пускай в русскоязычной комьюнити, в жизни. И вот в жизни, конечно, Оброда ты участвуешь тоже. Спасибо тебе большое. Спасибо, низкий поклон. Всего доброго. Поздравляю вас с еще одним годом замечательной работы. Огромная благодарность борду директоров, Мише Кремерову отдельная благодарность. Всем, кто принимает участие в работе организации, помогает людям, действительно нуждающимся в помощи. Вы знаете, что правительство штата помогает инвалидам всеми возможными способами и новыми законами, и новыми деньгами. Я надеюсь, что этот год, этот бюджет не станет исключением.
Спасибо, Ари, спасибо тебе большое. И еще раз с праздниками всех присутствующих. Спасибо за внимание. Я прошу прощения, что я должен удалиться. Спасибо. Дорогие друзья, мы сегодня побывали на собрании братства, всеамериканского братства инвалидов. И вы знаете, вот с этого момента мы как-то, наверное, стали чуточку добрее и чуточку внимательнее друг к другу. И, конечно, если ты несешь добро в этот мир, добро тебе и вернется. Живите хорошо.